Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Amazfit Bip 5. Сейчас я покажу вам, как выполнить сброс всех настроек. Итак, открываем настройки. Проходим в раздел «Система» и здесь выбираем «Сброс устройства» и нажимаем на галочку. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.